сход грузового вагона, который впоследствии ударил по касательной пассажирский вагон. Да, со стороны Киева, скажем так, шел поезд товарный с контейнерами. В другую сторону шел пассажирский на Молдавию. Ну и произошло сдвижение, наверное, контейнера или тележки на вагоне. Сместился контейнер и зацепил вагон пассажирский. Сначала до самого конца разорвало вагон. Жертвы, много пострадавших.